Так, Коран и хадисы как доставлены? Это самый распространенный такой аргумент, якобы аргумент, да, на самом деле это не аргумент. Будто как можно принимать Коран, а хадисы нет, в то время как и Коран, и хадисы до нас доводили те же самые люди. На самом деле это не так. Бухари до нас Коран не доводил. Муслим, Термизи и другие собиратели хадисов Кораном не занимались. Они не занимались распространением Корана. И другой момент. То, что говорит Абу Хурайра и другие, которые начинают говорить, вот эта цепочка начинается от них. Абу Хурайра сказал, от него услышал кто-то, и потом он сказал, и так далее, и так далее. Никто из них Коран не доводил. Если бы они доводили Коран, и они доводили одновременно и хадис, то все сегодня Коран был бы столько разных вариантов. Сахих Коран, Даиф Коран, Маудуа Коран, Мурсал Коран, Марфуа Коран, и сколько там категорий у хадисов, у Корана тоже были, должны были быть столько-то категорий. Достоверные, самый достоверный, не совсем достоверный, полудостоверный, четверть достоверный или же мизер достоверный и так далее. У суннитов был бы свой Коран, потому что у суннитов своя цепочка хадисов, свои сборники хадисов. У шиитов был бы вообще другой Коран, потому что у них свои рваяты, у них свои цепочки, у них свои собиратели и сборники хадисов. Если бы хадис и Коран передавали они одни и те же люди, Коран был бы также разные и противоречивые, и потом пойди разберись, где изначально аутентичный, достоверный Коран. Но, алхамдулилля, они не доносили до нас Коран, поэтому Коран остался изначально в изначальном и неизмененном виде. Не надо претендовать на то, что чего сам не делал. Хадиситы не передавали Коран. Хадиситы, они размножились, когда люди отошли от Корана. Когда люди придерживались только Корана, не было никаких хадиситов. Идол Бухари появляется в третьем веке. В третьем веке. Все, на что вы можете претендовать, это вот собрание мусора. Собирание мусора. Почему мусора? Да потому что вот ваш Бухари собрал, оказалось, 99% мусор. Собрал 600 тысяч, да, вы же говорите, 600 тысяч собрал. И что, и чем оказалось это? Оказалось тем, что нужно их выбросить в мусорный бак. То есть он собирал мусор. Вот на это вы можете претендовать, на большее ни на что.